А ви сніміть, підійдіть. Я сьогодні був. А ви його вхідні двері сніміть, підійдіть. До обіду. Я до обіду був в Одесі, я ж в відпустці. Я ж в відпустці. А я сьогодні ще день в відпустці, тому після обіду вже приїхав сюди. Ну, ви знаєте, тяжелі ці вторі сутки. Їх треба ще переварити. Думаю, що треба буде після них відходити неділі дві, щоб вийти в такий робочий режим. І що, наверное, треба було такий пережити. Сложно. Я вам хочу сказати, що для міста це потрясення. Для міста потрясення, тому що ну, стільки дзвінків людей зі всієї України, які дзвонять, беспокоятся, интересуются, что случилось, что с Южным, почему там такое. И это приходится каждому отвечать, находить какие-то ответы, правильные ответы. Но, как говорят, что маем, то маем. Я думаю, что недолго, еще два дня, и все успокоится. Скажите, откуда в вашем кабинете алкоголь? Алкоголь? А у меня алкоголь всегда есть, это еще, знаете, 10 лет. Как я уже в этом кабинете работаю, всегда кто-то какие-то что-то купил, что-то подарили, что-то. Я ж пью мало и практически не пью. Ну, может так. Поэтому накапливается, надо кому-то когда-то подарить этот алкоголь. А почему портрет Януковича нашли у вас? Портрет Януковича нашли за шкафом где-то. Не за шкафом, его нашли в ящике. Но его не нашли на стене. Не на стене, а почему он у вас был? Ну, когда-то был, он же был президентом. Был. Все портреты висели на... У каждого кабинета висели. А почему в вашем кабинете нет Порошенко? Пока еще нет, он будет, не переживайте. А, ну, по-моему, он уже давно президент. У меня есть в кабинете Ющенко, у меня есть в кабинете Кучма, у меня есть в кабинете Тимошенко, у меня есть... Патриарх Владимир, у меня есть генеральный секретарь ЦК партии Китая, я рядом с ним. Он тогда был еще губернатор, когда мы знакомились. И многие портреты. Это не значит, что всех нужно выбраться. Это история. Владимир Николаевич, а не было у вас желания приехать в срочном порядке из Киева? Я как узнал, я целую ночь ехал. Я, да, я целую ночь ехал. А здесь были ваши сыновья, туманы, это так? Да, сыновья были всю ночь здесь. Что они юристы. Они работали, они были здесь юристами. Здесь приехали юристы, были из Одессы, из Киева. Чисто адвокаты, юристы, которые им помогали. Удалось зайти внутрь? Нет. Ну, в здании, да, они работали, помогали вот и Ларисе Георгиевне, всем управлением. Вот общались они с ними. Они сейчас работают. И я думаю, что еще будут несколько дней работать. Это группа юристов, которые будут работать для того, чтобы... Ну, довести до ума начатое, то, что сегодня пишут обращения разного рода, и они как профессионалы, они будут обращаться профессионально и к генеральному прокурору, и к прокуратуре, и в суды, потому что этим должны заниматься профессионалы. Сын у вас тоже в прокуратуре работал? Да, работал 10 лет в прокуратуре. А уже не работал? Нет, уже год не работал. А, Владимир Николаевич, вы сказали, что еще пару дней все. А откуда у вас такая информация или уверенность, что все так быстро пройдет? Выборы пройдут, и все успокоится. А что, разве не так? Это всегда сложности, особенно последние дни выборов. Ну, таких еще не было. Таких выборов за моей жизни еще не было. Я не говорю за Южную, в моей жизни таких выборов еще не было. Чтобы доходило до такой ситуации, понимаете, чтобы занималась прокуратура, правоохранительные органы за день, за два дня до выборов. Ну, я говорю, это, наверное, отличились мы одни на всю Украину. А вы не смотрели видео? Не смотрели видео с обысков, которые... Смотрел, через интернет. Ну, как ваши ощущения от того, что ужасно, в вашем кабинете... Ужасно, вы знаете, это надо пережить. Я когда себе только представляю, что это в нашей мэрии, где мы работаем, что сейчас вот это... во-первых, люди страдают и переживают. Я могу себе представить какие-то эмоции. И прокуратура, видно, это же когда... Спасибо вам, когда я смотрел репост, когда Оля тут с ними ругалась у входа, я через интернет все смотрел, и когда прокурор там выгонял, когда вы заставили его представиться, кто он, что он, и он даже сказал, сколько ему лет уже перебывался, наверное. А как вы расцениваете поведение чиновников, мужчин? Потому что женщины вчера были просто героинями, они защищали и ваш кабинет, и вообще исполком, и буквально их было всего лишь трое, да. И даже Альфу вызвали для того, чтобы побороть их силу. Да, да. Как вы вообще, вот насчет ваших, так сказать, подчиненных, никак?
кажется ли вам, что как-то они сдали вчера? Вы знаете, сдали, я не скажу, что в этом здании, вот здесь, в этом здании не так-то много мужчин. Наши мужчины работают там, управление капитального строительства не здесь, жилищно-коммунальное хозяйство не в этом здании находится, ну и ряд других управлений. А здесь находятся больше такие работники аппарата, и здесь больше женщин. Но они сумели отстоять достойно вчера. Нет, они до последнего здесь были. Зараз підійшли мешканці міста. Що ви могли їм сказати? Можливо, до них звернутися і до тих людей, які будуть бачити ваше можливість? Ну, що хотілося сказати? Я, розумієте, я хотів би, щоб ми більше ніколи в житті до такого не допустили. Бо, ну, це ж наші люди. Це ж нам не приїхали з Києва чи з Одеси і зробили такий шорох в нашому місті. Це наші місцеві жителі, які умудрились так зробити. Я думаю, що треба, треба достойно займатися і передвиборчою кампанією, і достойно приймати участь в виборах. Ну, як є, так є. Ну, а от просто, щоб ми з цього робили такий хаос, і, я скажу, піднімали на такий високий рівень, щоб на нас звертала увагу вся Україна, знаєте, в поганому сенсі. Ну це куди це? Це ж Южне, це краще місто в Україні. Ми повинні пишатись, а не робити все, щоб про це місто говорили погано. А вы уже общались с Андреем Павловичем Аносовым? Нет, я с ним не общался. И не общался. И не надо. Самое большое на сегодняшний день преступление, обвинение со стороны прокуратуры, это то, что в кабинетах исполкома нашли георгиевские ленты, в вашем кабинете также нашли орден с георгиевской лентой. Как вы можете это прокомментировать? Мой орден Победы, ну это не тот орден Победы, который с алмазами, это, я не знаю, лет 10, наверное, или когда, или может 8 лет назад, на День Победы, меня Совет ветеранов, по-моему, наградил этим орденом. Ну и он так и находился в моем кабинете столько лет. И там много разных орденов, там много церковных наград, мои награды, и государственные награды, и вот эти награды общественных организаций. И они просто хранятся в кабинете. Но это не георгиевская ленточка, это орден. Он так сделан, вот георгиевскую ленточку. Поэтому то, что понаходили, я вас уверяю, я никогда не видел в последние годы, что кто-то ходил с георгиевской ленточкой. Это, наверное, еще тоже с тех времен, то, что было 3 года назад, 5 лет назад, в шухляды побросали и ни об этом не вспоминали. А сейчас прокуратура нашла и вспомнила. Так. Фотография рядом с Януковичем. Портрет Януковича у вас в кабинете. Ну, ты мне же задавал это питание, я сказал, что нашли в шухляде. Так. Так, все. Дякую.